«Вместе мы, Россия» по таким названиям в Сочи пройдет заключительный гала-концерт лауреата Всероссийского фестиваля народного творчества. И что примечательно, среди представителей из 85 регионов страны на сцене выступит и наш коллектив. Почетная миссия возложена на фольклорный ансамбль «Родные напевы». К тому же эти места для них знакомы. Ансамбль во время Олимпийских игр там уже выступал. И вот спустя 9 месяцев наших артистов снова пригласили продемонстрировать свое творчество перед зрителями Сочи. Подготовка к поездке сейчас идет полным ходом. Программа рассчитана на 20 минут. Обещают, в ансамбле будет не менее увлекательной, как тогда во время Олимпиады. А здесь уже программу я сделал «Сырёмские гуляния». Здесь более такая оживленная, плясовая, красивая программа. То есть она вся идет так на одном дыхании. И выплескиваются все эмоции нашего русского народа. Вот, потому что там и плясовые варианты, и песенные варианты, и кадриль там, и ударник.